пару дней приедете. А что, плохая? Сколько ты ее знаешь? Я сейчас точно вызову милицию. Больше месяца. Сколько сестре лет? 21 год. На Новый год с подарком. Тоже неплохо. Я помню, к нам приезжали даже ребята, там кто смотрел в рейсах, приезжали, такие приятные подарочки делали. Ну все, все быстро к столикам, не подслушивайте. Давайте. Тут погреться платно. Это пока что. Смотри, слушай. Покажите, да, что вы говорите. Привет, ты угодно. Где? Я нахожусь в Минске, Монетка, Кульман 9. Потом ответ. А что, Угур сбежал, уже не хочет слушать? Ой, у меня тут футбольные, хоккейные фанаты появились. Всего, ребят, спасибо за розочки. Спасибо за подарочки. Тихо, потеха. Покажи, кто рядом. Не надо. За подарки покажу. Да. Либо ты давай деньги, чтобы я не показала тебе. Ну, давай, кидай в стаканчик мой. А что есть в меню? У меня есть шаурма. Халяй. Привет всем. Доброй ночи. А Турк ушел по своей воле. Ну, я не знаю, ребят. Единогласно, наверное. А какой? Вы про Хасана имеете в виду? Вы из Беларуси? Да, ребят. Мы находимся в Минске, Беларусь. Ты посмотри, сколько человек смотрит. Это тебе не это. Не кофе пить под окошками. Давай тоже заходи лайкой. Так, Беларусь под санкциями. Это Гуф приехал, да, Гуф приехал. Спасибо большое. Привет всем, доброй ночки. Даша, вы посмотрите, вверх я вам отправил номер. Мы сыграем свадьбу, хорошо? Жди меня. Как дела? Спасибо, хорошо. Как ваши дела? Рассказывайте. А. Прибыльная хуйня. Что? Прибыльная хуйня, на самом деле. Ну да. Или так, да, верно? Да. Привет, привет. Чем вы занимаетесь, красивая девушка? Я на работе работаю. Продаем вкусную шаурму. Смотрите, сколько у нас мяска еще есть. Сочного. Спасибо, ребят, за подарочки. Спасибо. Давайте тоже кидайте подарки, что вы жадины. Мы накидали уже столько, что я... Ой! Здравствуйте, какой город, ребят? Минск, я Беларусь. Покину, да, надо на газу кебаб жарить. Я нет, понимаю, ни в коем случае. Отправили. Что ты говоришь? Это же тебе надо, что тебе сюда отправили. Ага. Воспитывать девочек. Так Пати не ведет сейчас эфиры. Ну раньше. Я кидал? Серьезно? Платили, поставка. Я ему каждый раз покидал. А где в Минске именно? Кульман 9, кафе Мираж, ребят. Для пати. Скажи что-нибудь на белорусском. На не знаю. Пати, скажите, я что сказать, я скажу. Спроси, за что Дашу день закинули. Иди спроси, мне интересно, что он скажет. Он скажет, нет, я ее сюда не отправляла, она со мной не захотела работать. 100%. Сколько времени? Да, почти. 2:12. Спасибо за розочки, спасибо большое. Я ему сказала, Фати, если не хочешь дружить, поедешь в Турцию. Но сказал, я не буду дружить. Машулька, привет. Доброй ночи всем. Привет. Ну так вот, зимой и поменялись, потому что тут, ну... Жесть, началась у меня сюда, типа, иди сюда кассы, типа, поднимай. Ну, как и обычно было, ну. Как успешно. Ну, пока. Пока, да. Привет, ребят. Минск. Машуль, чего не спите? Спасибо большое. Мы тут продаем шаурму вкусную. Привет, ребят. Спасибо большое всем. Доброй ночки. Мои дела хорошо. Еще 4 часа работать. Настроение отличное. Про Хасана спросил. А что спросили? Хасанчик сейчас в Рамизе работает, в галерее. Касса, понимаешь. Дима только уснул, заболел. Ой, Машуля, выздоравливайте. Что подглядываешь? Не подглядывай. Не подглядывай, иди кушай. Ты на Зыбицкой? Нет. Нет, ребят. Кульман 9, Мираж, Монетка. Привет.
ты где, в Минске, ребят, нахожусь. Все смотрят, и никто не едет. Вот, Настя, Лав 6, смотрит наш эфир. Настя, Настюшенька, показать тебе кое-кого.